Следователем города Владивостока возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП с летальным исходом. Как сообщалось ранее, в дежурное отделение полка ДПС Владивостока поступило сообщение о ДТП в районе дома 1 по улице Русской. Полицейскими установлено, что 47-летний водитель Mitsubishi Delica, двигаясь со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в направлении Енисейской, совершил выезд через встречную полосу на обочину, столкнувшись с автомашиной Nissan. От удара Delica совершила наезд на припаркованный учебный Hyundai, после чего минивэн отбросила на бетонные блоки, около которых находился пешеход. Далее автомашина врезалась в припаркованное Audi. В результате автоаварии на улице Русской во Владивостоке 26-летний пешеход получил смертельные травмы. Остальные участники дорожного движения не пострадали. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователям следственной части Следственного управления УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения. По ходатайству следователя 47-летнему фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по уголовному делу. Олег Завьялов, новости на Восьмом.